Алексей Владимирович Воробьев родился 19 января 1988 года в Туле. Отец Владимир Викторович Воробьев, начальник охраны на предприятии, мать Надежда Николаевна Воробьева. В детстве Алексей занимался футболом. Играл за тульскую юношескую команду. Хотел связать свое будущее с этим видом спорта, но выбрал музыку в качестве своей будущей профессии. У него есть старший брат Сергей и младшая сестра Галина. Сергей учился в музыкальной школе играть на аккордеоне, а Галина — на фортепиано.